Дорогие ребята, дорогие друзья, мальчики, девочки, девочки, мальчики, все, что мне хочется вам сказать, прежде всего, если вы думаете от профессионала получить какие-то советы, то я далеко не профессионал, я просто научный работник, я преподаватель университета, какие-то степени имею, не в них дело, просто я люблю, так сказать, исследовать что-либо и пересказывать то, что я узнал студентам. А вот, конечно, какие-то принципы там воспитания и формирования человека, мне известно только самый общий, могу сказать, что если вы хотите стать журналистами теле или кино, или там книжными даже журналистами, или газетами, прежде всего берегите русский язык, это наше главное богатство. И, конечно, то обеднение, оскудение русского языка, которое мы видим сейчас и в литературе, особенно этой массовой литературе, в газетах, журналах, и, конечно, в таких сферах, как телевидение, радио, все-таки оскудение языка идет реально и, так сказать, заметно. Читайте больше, прежде всего, книг нашей классики, набирайтесь слов, которые такие прекрасные, они так дороги нам. Берегите русский язык, берегите нашу культуру, которая прежде всего через язык формируется в наших умах. И вот если вы даже сами себя ловите на том, что вы стали говорить очень просто, примитивный, вроде бы более доходчивым, не стремитесь к этому. Стремитесь рассказывать образно, по-настоящему, так сказать, с языковой такой полнотой, красотой языка. Несите все это людям, и через это, конечно, они будут лучше воспринимать все ваши какие-то интересные мысли, рассказы о ваших или кого-то другого дела. Давайте, главная забота о русском языке для всех специальностей, чем бы вы ни стали заниматься. Истории, педагогики, журналистики, теле или там радио. Русский язык – это наше главное богатство. Берегите.